Погода на этой неделе, как прогнозируют синоптики, будет неустойчивой. Температурные качели могут привести к гололедице. В связи с этим глава Чебоксарской администрации Денис Спирин поручил управлению ЖКХ уделить особое внимание посыпке тротуаров песко-соляной смесью. Работники жилищно-коммунального хозяйства должны ликвидировать опасность для жителей и гостей столицы не только под ногами, но и над головой, то есть своевременно убирать свисающие со зданий сосульки и снег на крышах домов. Кроме этого, весна обнажила проблемы городских автомобильных дорог. После зимы вскрылись дороги. Очень большая часть, особенно мостовые, идет разрушение, поэтому Дорксу и ЖКХ поставить на контроль ямочный ремонт своевременный, не плановый, а именно своевременный, чтобы избежать эксцессов. Поэтому ежедневный контроль по ямам. Смотрим как и соцсети, так и ваш объезд ежедневный.